Первоуральске начался сезон очистки и дезинфекции контейнерных площадок. Специальная техника работает каждый день. Сегодня моющий комплекс отправился на улицу Чкалова. Как с моющей машиной, теркером работает, но под большим давлением. Воду добавляем, обеззараживающее средство, ну там, это, чтобы ни вреда ни людям, ни голубям, никому этого не было. Объем у ней тонна, хватает где-то на 40-45 баков. Сначала с помощью спецтехники вымывают грязь с внутренней поверхности бака, затем вручную чистят контейнер снаружи. За день специалистам удается отмыть и продезинфицировать около 80 баков. Автомобиль, с помощью которого проводят очистку, это одновременно и моечный комплекс, и мусоровоз. Грязная вода стекает не на тротуары и газоны, а в специальную емкость машины. С наступлением лета очистку баков по всему городу проводят регулярно. Сейчас специалисты очистили контейнерные площадки на улицах Емлина, Космонавтов, Береговая, Вайнера и некоторых других. Советская. Вот у нас мы сейчас вот здесь проходим это Ватутина, Чкалова, потом Прокатчиков, на Птичнике еще тоже стоянка есть, само когда там едешь. Вот там тоже мыть надо. Когда закончим в Первоуральске работу, на отдаленной территории поедем.